Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня снова закупка продуктов из магазина Лента. Я на самом деле хотела сделать заказ через Сбермаркет, но там почему-то оказалась платная доставка, которая, вот если бы я заказала все вот это, обошлась бы мне сама доставка в районе 500 рублей. Поэтому у меня туда съездил муж, я ему написала список. Ну, все такое тяжелое, чтобы мне больше не таскать. Ну и, конечно же, цены поменялись. Вот, цены подросли, и чек вы увидите, как всегда, в конце видео. Боночка моя, как всегда, все проверила. Давайте начнем вот отсюда, немножко с бытовой химии. В принципе, ради этого мне и нужна была лента. Туалетная бумага. И еще муж у меня купил вот такое средство. Я у него попросила лентовский и кондиционер. Порошок Биомакс. Вот он взял. Ну, конечно, все подорожало. Все подорожало, девочки. Честно. Дальше. Любимые мои вот эти вот универсальные салфетки Лента. Очень их любим. Вот он одну упаковочку взял тоже. Так, здесь вот это... Это муж себе взял вот такой гель для душа, вот такой шампунь. Ну, он у меня периодически все время его покупает. Тоже, конечно, на них цена подросла очень сильно. И здесь взял он еще дезодоранты себе. И даже мне один вот такой вот. Вот. Ну, хорошо. Пусть будет такое у меня. Мне, в принципе, на самом деле все равно, какими пользоваться. Я как-то вообще в них не вижу разницы особо. Ну, да ладно. Так, зубные щеточки. 4 нам всем. И еще я у него попросила взять вот эти вот консервы Ханти. Он, правда, взял только 5 штучек, ну ладно. Для собак сейчас, ну, с кормами напряженка, а те, которые есть, стоят очень-очень дорого, поэтому я попросила вот такие вот, ну, в общем, чтобы они у меня тоже были, потом, не знаю, на какой-нибудь мы перейдем. Пока доедаем запасы. Так, вот это у меня в школу. В общем, нужны стаканчики и вода еще в школе. Он муж оставил там. Это еще, в общем, вода. Так, здесь. Вообще, я у него просила 2 килограмма муки купить. Тут Бона. Да, Боночка. Вот, но он, в общем, у меня посмотрел, что получается 5 килограмм дешевле. Мне, правда, 5 килограмм очень много. Но что-нибудь буду печь тогда. Вот, и сахар. Сахар в Ленте есть. Вот. Муж взял тоже большую упаковку, 5 килограмм. И еще я взяла вот этот наполнитель. Тоже попросила у мужа, чтобы он взял. В общем, у меня PP-бенд, как-то так называется. Но на него сейчас цена космическая, много где нет наличия. В общем, чтобы у меня на всякий случай был еще и такой. Он действительно не комкуется, не сильно задерживает запах. Но все же можно его тоже использовать лучше, чем древесный. Ну, в общем, пусть будет. Да, Бона, скажи, а мне вообще наполнитель не нужен, да? Я вообще хорошая. Ну, и здесь основная у меня, получается, закупка тут такая. Значит, взял 3 десятка яиц С0. Мясо по 279 рублей. Свинина, окорок. Ну, смотрите, хорошие кусочки. Тут 2 кусочка. Отлично. Также взял вот такие сосиски. В принципе, у нас сосиски, колбаса. Все вот это в доме сейчас есть. Поэтому тут немножко, не как обычно. Взял вот такие. Мне вот такие вот очень нравятся моим мужчинам. Вот эти с сыром. Ну, еще обычно, еще вкусные очень с горчицей внутри. Тоже классно. Так, здесь майонез сметанный и кетчуп. Кусочек сыра вот такого взял голландского. 434 рубля. Я, кстати, не помню, сколько стоил голландский сыр, честно скажу. Вот, и вот такие вот, это у меня муж очень любит, вот такой сулугуни, адыгейский вот такой сырок, вот, и дальше, давайте вот здесь вот, да, масло, конечно, тоже масло подсолнечное подорожало, взяла у меня вот такой 2 литра злата, ну, это как обычно, Байкал, Тархун, Тархун люблю я, кофе тоже, естественно, подорожало, раньше я его по акции рублей за 700 покупала, вот такое, но оно очень вкусное, именно вот это, именно с красной челмой, мне очень нравится, челма, да, это же называется, по акции взял Хайнц, имбундюрель, фасоль, горошек и кукуруза. Так, даже подорожали мои лепешки, вот эти любимые из тандыра, они раньше стоили 29 рублей, сейчас 35 почти. Но я их очень люблю, взял мне 2 штучки. Здесь также дрожжи, правда, ну,
Ладно, пусть будет только три. В общем, буду печь, да. Мука есть, дрожжи есть, буду чем-нибудь печь. Крупа вот такая, лентовская греча. И вот эта вот смесь бобовых марки Мистраль. Она мне очень нравится, очень вкусно для супчика. Действительно, наваристые, густые супы получаются с этой крупой. Так, ну и здесь у меня остаются всякие овощи, фрукты, в основном овощи. Значит, яблоки 99, ну, считайте, почти 100 рублей за килограмм. Дальше здесь мандарины. То есть, в принципе, на яблоки, не знаю, по мне так не увеличилась цена. Здесь еще апельсины и помидоры 269 рублей. То есть 406 рублей, вот такой пакетик получается. Огурчики вот такие, взял 4 штучки. Так, капуста. Это новый урожай по 149 рублей. 150 рублей, считайте, за килограмм. Конечно, супер. Но это новый урожай. Не знаю, сколько стоит вот обычный, не новый урожай, который. Ну, тоже, я думаю, что прилично. Свекла. Есть вот такой пакетик, он взял. Так, морковь эконом 45 рублей. Честно, не помню, сколько в прошлом году в это же время стоила морковь. Мне кажется, подешевле, наверное, была. Но она хорошая. Она просто единственное, что вся вот такая грязная. Но, в общем, хорошая. И здесь у меня лук, репчатая упаковка. И картофель. Ну, картофель такой не очень. Тут немножко порвалось. Ну, нормально, пойдет. Вот. Так что вот такая вот у меня получилась закупка, точнее, моего мужа. И давайте покажу вам чек. Thank you.